Помидорки нарезаем кубиками, дольками, кому как нравится. Огурчики лучше резать так. Нарезаем в длину на 4 части. А потом это все нарезаем миленько. Так будет удобней. Перец тоже нарезаешь вот так его сначала. А потом будешь его все вместе в кучку и режешь. Ясно? Поняла. Привет, друзья! Сегодня мы с вами приготовим фасоль из салата. Всем привет, друзья! Сегодня мы с Полиной приготовим летний салат. Это Это будет очень простой салат. Для его приготовления нам понадобятся помидоры, огурцы, петрушка и оливковое или подсолнечное масло. Сейчас Полина мне поможет нарезать овощи. Помидор. Берем помидорку и мелко ее нарезаем. Друзья, если вы готовите летние салаты, ставьте лайк. Дорогой друг, если ты смотришь это видео и не подписан на наш канал, пожалуйста, подпишись. Тебе это не трудно, а нам будет полезно. И приятно. Нам очень нужны 1000 подписчиков. Помидорки берем спелые. Можете с огорода добавить, можете с рынка, какие хотите. Помидорки нарезаем кубиками, дольками, кому как нравится. Летним салатом мы называем салат, который состоит из огурцов, помидоров, перчиков, все то, что растет летом. Этот салатик хорошо освежает в жаркую погоду, много витаминов содержит, вкусный и полезный. Нарезанные помидорки высыпаем в миску, нарезаем остальные помидоры. Сок от помидорок выливаем туда же. Также выливаем в миску. Помидоры нарезали. Теперь огурцы. Теперь нарезаем мелко огурцы. Стоп. Огурчики лучше резать так. Нарезаем в длину на 4 части. А потом это все нарезаем миленько. Так будет удобней. Конечно же, помидоры и огурчики мы заранее помыли. Заранее обрезали им хвостики, потому что они нам не нужны в салате. Вырезали, где подпорченные были немножко. И теперь готовим салат. С огурцами тоже справились. Теперь лук. Нет, не лук. Перец. Перец тоже нарезаешь вот так его сначала, а потом будешь его все вместе в кучку и режешь. Ясно? Поняла. Теперь нарезаем перчик. Также нарезаем его соломкой в длину, а потом эту соломку порежем на кубики. Чем мельче вы нарежете, тем вам легче будет жевать. Лучок я нарежу сам, помогу Полинке. Нарезаем его соломкой сначала, а теперь на мелкие кубики. Высыпаем сюда лучок. И остался последний ингредиент, это петрушка. Я нарезу тоже? Да, сейчас Полинка ее мелко-мелко нарежет. Thank you.
соли добавляйте по вкусу, кому как нравится. И теперь оливковое масло. Хватит. Теперь смешаем все ингредиенты между собой, чтобы они перемешались маслом и солью. И вот наш летний салат готов. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мы вас всех любим. Всем желаем мира, счастья, любви, добра, хорошего настроения. Пока-пока.